Мониторинг показал, велодорожка от реки Анапка до дельфинария пользуется большой популярностью. Трасса заработала этой весной и стала одним из любимых мест активного отдыха и гостей, и жителей нашего города. 2 недели назад было принято решение продолжать работы. Данная велодорожка будет проходить от улицы Кольцевой до пансионата «Кристалл». Протяженность велодорожки будет составлять 1,5 километра. Ширина данной велодорожки 2 метра 15 сантиметров. В Анапе сегодня полным ходом идет благоустройство. Курорт готовится к новогодним праздникам. Масштабные работы ведутся на улице Ивана Голубца. Здесь на промежутке от Самбурова до Гоголя ведется демонтаж бордюров. Старые поребрики давно пришли в негодность. Торчащая из них арматура могла повредить колеса автомобилей. До начала зимы здесь планируется заменить порядка 200 метров бордюра.